Слава армии, непобедимый, слава армии, нашей родной. Так начинается патриотическая игра-квест в школе номер 26. Во время летних каникул ребята проводят время с пользой прямо в стенах учреждения. Здесь работает лагерь дневного пребывания. Его смена в целом носит патриотический характер. Участвуют в квестах, участвуют в программах, посещают библиотеку, выезжают на экскурсии. Оказать помощь пострадавшему, принять участие в викторине, показать, насколько меткие и ловкие, как хорошо знают патриотические песни, смогли участники квеста. Ребята разделились на две команды. Как только кастрюля готова, по-твоему, кричи «Обед!». Обед готов! Когда хочешь, ты можешь. Вы сегодня все смогли? Да. Все выполнили, все задания. Какое понравилось больше всего, расскажи. Госпиталь. Я хотела бы стать, когда вырасту, в медицине работать, доктором. И мне очень понравилось помогать людям. Все школьники справились с заданиями на отлично, а победу в этот день одержала дружба. Без призов участники квеста не остались. Медаль досталась каждому, причем съедобная, шоколадная. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.